На одном из полей господарки Вутевская вымушенная затишье. Вельготность сборжа выше за норму. Значит, с уборкой придется почакать. Олег, это не критично. На сегодня убрано уже больше за половину сбожжевых. Державный заказ цалком выполнен, а огульный намолот склал 2880 тонн. Прикладно столько, что тут разлишивают отримать до закончения уборочной. У господарца дякуюсь небесной канцелярии за то, что все летняя засуха это место амаль не закранула. Хотя, вядома ж, справа не только у надворья. У нас дожди проходили, и урожай, конечно, выдался на славу. Но я считаю, что не только погода нам помогла в этом. У нас выдерживается вся технология по возделыванию зерновых культур, по внесению минеральных удобрений, по обработке почвы, по защите, по химзащите растений. Главное – работа людей. Вот. У нас очень хороший механизаторский состав в хозяйстве. 32 механизатора, новая техника. Механизатор Александр Марфушкин упершиню сел за руль комбайна 6 годов тому. У эту уборочную уже стал лидером, намолотивший разом с помощником около 700 тонн сбожжа. Это лепший вынику господарца. Об сокрытии своего поспеху Александр каже стипло и просто. Ну как, мы старались, молотили зерно, готовили технику свою. Сами готовили, сами сеяли. Сами убираем. После обеду, які гарачым привозить у поле, механизаторы вырашают знов проверить зерне. Перш на густ, затем специальным прибором, вымиральником вильгати. В этот раз показчики у норме, а значит, час заводить комбайны. Руслан Пролясковский, Светлана Князева, Валерий Хапанько, телерадио компания «Гомель» с Добрыжского района.